Приключения россиян уже в Беларуси. Гастролеров из Москвы задержали милиционеры в Барановичах. Молодые люди подозреваются в кражах. Своеобразный рекорд жителя российской столицы и двух его друзей-белорусов – это 4 кражи в 3 кафе менее чем за 2 часа. Мужчины не обворовывали первых встречных. В одном из случаев аферистам удалось заполучить рюкзак, где находились 12 тысяч рублей. А в соседнем зале прихватили с собой дорогостоящий ноутбук. Где же и как задержали гастролеров, узнал Владимир Королев. Задержанные причастны по меньшей мере к 4 кражам, которые злоумышленники совершили в один день с разницей в 2 часа. Сейчас подозреваемые дают признательные показания. В одном из заведений было немноголюдно, поэтому компании удалось лишь вытащить деньги из кошелька, который находился в куртке. Сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД столицы по подозрению в совершении хищения денег, а также иных вещей у посетителей 3 столичных кафе в городе Барановичи были задержаны 2 жителей данного города, а также гостивший у них житель города Москвы. В одном из кафе «Удача» или «Профессиональное чутье» улыбнулось парням дважды. Сперва злоумышленники украли из-под стола у посетителя рюкзак, в котором находились 12 тысяч рублей. А в соседнем зале в качестве трофея криминальной троице достался ноутбук стоимостью 8 тысяч рублей. Сказать, что без попутал у этих парней не получится, так называемые гастролеры ранее уже попадались на кражах. Задержанные ранее неоднократно судимы, в том числе и за совершение имущественных преступлений. Однако, несмотря на то, что они так скоро скрылись, оперативникам удалось установить их личности и произвести в городе Барановичи их задержание. Сразу после 2-часового налета молодые люди поспешили уехать в Барановичи, а спустя несколько дней житель Москвы должен был, как ни в чем не бывало, вернуться на родину. Теперь в отношении троицы возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным правонарушениям. Милиция не исключает, что гастролеры и до этого наведывались в белорусскую столицу. За кражу, совершенную группой лиц, задержанным грозит до 4 лет лишения свободы. Владимир Королев, Алена Лешкевич и Виктор Шпак. Зона X. Минск.